Добрый вечер всем. Слушаете вы свое радио, надеюсь, в обычном для себя режиме. Ну и, как обычно, с 8 до 10 часов программа «Живые». Куда приходят живые люди? Приходят живые. Жарко в студии, становится немножечко вялые. Но мы будем надеяться на то, что сегодня этого не произойдет. Вентилятор крутится, воздух гуляет. Дай бог все, как надо, так и сложится. Группу я представлю по традиции. Она у нас давнишняя. Сразу после того, как музыканты сыграют свое первое произведение, сделав таким образом музыкальную заявку. А те, кто послушают, поймут, надо оно им дальше 2 часа с нами находиться или можно своими делами заниматься. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. We'll be right back.
неожиданно заканчивается произведение. Как у Вишневского, так быстро кончился диван. А сегодня здесь группа «Три капитана» пишется. Это в одно слово. Я так, на всякий случай. Для тех, кто будет знакомиться с коллективом впервые. И очень хотелось бы сразу привлечь ваше внимание к этой замечательной команде, к этому замечательному бенду, потому что играют они, на мой взгляд, на мой вкус, очень интересное музло. А давайте будем знакомиться поименно. И я прошу музыкантов, которые далеко от пока находятся от микрофона, все-таки время от времени, ну, хотя бы разочек за эфир поздороваться, хотя бы подойти к микрофону. Сергей Соколов, мне всегда приятно называть птичьи фамилии. Сергей Соколов, вокал, гитара. Да, здравствуйте. Ближе к микрофону нужно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и видеоглядачи. И видеозрители. Давайте чуть его громче сделаю, может, тогда будет легче. Бас Петр Митрюхин, правильно? Да, добрый день, Петр Митрюхин. Правильно. Бас-гитар. Дальше опять фамилия, которая мне лично очень нравится. Сергей Соловьев, барабаны. Добрый вечер. Как приятно, Соловьев, Соколов, у «Чайки» на эфире. Ну, это, я так понимаю, и есть три капитана. Условно говоря, костяк коллектива. Да. Кроме того, два, как у вас называется, сессионных, принятых на время. Это называется «Юнга». Юнги, да, два юнги. 40-летний, 42-летний. Вот к этому можно микрофону. Подойди вот к этому, ему уже ближе идти-то. Трофим Акопов, гитара. Да, меня зовут Трофим, добрый вечер. Добрый вечер. Юнга Акопов. Еще Олег Морякин, которого знаю тоже по прошлым эфирам с другими коллективами, саксофонист, но он пока из студии вышел. Мы сейчас все внимательно смотрим на стеклянную дверь. Может быть, он появится, хотя бы махнет оттуда. В студии, конечно же, мы его увидим, в кадре нет. Но, тем не менее, он хотя бы даст знать, что он здесь, что он не забыл о том, что у него скоро партии начнутся его саксофонные. Ну, вот, собственно, все, что касается трех капитанов, имею в виду команду замечательную. А теперь будем разговаривать о коллективе как о явлении. Тебе далеко, да, до микрофона? Нет, мне, я вот здесь. Вот хорошо. Практически рядом. Вот, хорошо. Теперь замечательно. Теперь тебя слышно гораздо лучше. Как называлась первая песня, которую вы спели? Песня называлась «Зима». Это заглавная песня с нашего, ну, собственно, дебютного альбома, который мы выпустили вот в этом году, в начале года. Угу. Написали ее группа «Три капитана». Угу. Вот. И два юнги. Два юнги. Еще один юнга в запасе, который нам помог с текстом. Это... Угу. Денис Кириллов, наш друг, угу. Собственно, который вот проучаствовал в этом альбоме в качестве автора текстов. И не только он, про остальных, я думаю, мы расскажем. Поговорим, конечно. Поговорим, конечно. У нас либо в микрофон, либо молчи. Не слышно тебя, когда далеко от микрофона. Поэтому лучше к микрофону подбегай. Но если ты хотел бы, чтобы тебя услышали, то лучше... Да, я хочу подсказать, что автор текстов на песню «Зима» Денис Кириллов — это лидер группы «Крестные братья». Вот такая вот команда, друзья, лет 20 с лишним наши. Ну, такая команда, потому что друзья. Или просто команда, действительно. На самом деле, смех смехом, а он действительно мой крестный брат. То есть мы с ним... вот как. Да, такая вот у нас... Чудно. Я сообщу аудитории, может быть, если вы вдруг не поняли, кто это такие, сообщу, что песня «Засада» от группы «Три капитана» уже давненько крутится у нас в премьерах, находится в ротации. Так что подметили мы этот коллектив какое-то время тому назад. Вот сейчас радостно представляем их творчество более широко, чем одна премьерная песня. Кстати, надо сказать, что за пультом звукорежиссера сегодня один очень бородатый и очень опытный, маститый звукочеловек. Зовут этого звукочеловека. Не, секундочку. Просто я... Почему? Потому что народ уже подметил. Уже, значит, я за то, чтобы имя Губатова представлялось всегда как что-то особое, пишет Василий Вадь. Поэтому я говорю, что этот звукочеловек Владимир Губатов. Ваша овация, аплодисменты. Капитанище. Вова на самом деле очень ответственный человек. Очень ответственный приехал человек. Приехал на репетиции. Ну, он ваш звукорежиссер же. Понятно, что он вам помогает активно. Когда такой звукорежиссер за спиной, нечего желать большего. Хорошо прозвучало сейчас, да? По-моему, двусмысленно немножко. Значит, 46-47 – это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробел, потом уже все, что хотели бы ответить на какие-нибудь, может быть, вызовы, даваемые музыкантами, а может быть, вопросы задать, а может быть, эмоции. Им поделиться тоже можно. Группа ВКонтакте работает, естественно. Это официальная группа своего радио. Там и фотографии уже есть давно, и в самом тексте анонса название коллектива выделено синим цветом. Значит, а что такая группа маленькая? Ну-ка, давайте поможем этим замечательным трем капитанам. Увеличим их группу, вступайте в ряды ВКонтакте. Потому как, мне кажется, совсем цифра неправильная. Она должна быть в разы больше. Честно говоря, мы так. Ленивые очень. И мы ей крайне
безалаберно занимаемся этой группой. Так поэтому... надо лаберно заниматься. Ну вот, да. Пора уже лаберничать с группой-то. И очень сложно найти ваши фотографии в интернете, когда готовили анонс, ну прям большая была проблема. Как-то надо себя популяризировать немножко. Мы до последнего момента мы были секретным коллективом. Я понял. Ну, мы поговорим о бенде тоже, да? Поговорим, конечно. Почему это было секретно на какой-то период времени. Давайте теперь дальше. Что это будет? Следующая композиция будет, собственно, второй. Мы играем сейчас с альбомом прямо по порядку, чтобы, ну, хорошо. Чтобы не было вопросов и путаниц, да, у нас в том числе. Так. Вот. Поэтому следующая композиция будет называться «Все напрасно». Это такая... Песня про любовь. Да ладно. Песня чудес. Не сбывшийся. И вы про любовь. Ну а как же? Все же мы человеки. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Три капитана здесь сегодня. Поехали. А все напрасно. А все напрасно. Что опять не так? У тебя на лице печаль. Ты не враг, ты тебе не враг. Ты заслуженно смотришь вдаль. Быть и настал момент нам решить, как нам дальше жить. Может быть, это полный бред, но хочу я тебя любить, но все напрасно. А все напрасно. А все напрасно. А все напрасно. А все напрасно. Все все напрасно. А 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 все напрасно, на. А все напрасно, на. Ты не допел. Ну, если я правильно понимаю концепцию этой песни, то все напрасно, на.
И в конце она и должна была прозвучать, эта реплика. Понял, а я-то должен же понимать, когда мне хлопальщиков пинать, они же должны вовремя начать аплодисменты, иначе как-то так прерывать вас не хочется. Итак, «Три капитана». Собственно, «Три капитана» как коллектив существует с таким названием не так давно, верно? До этого была группа «Сбэнд». Да, до этого была... Не туда говоришь. До этого была группа «Сбэнд». Значит, ну, на это, самом понимаю, деле, это еще Родион, до этого. Родион Белецкий, как я понимаю, да? Да, да, да. Это с ним вместе. Но если брать исторические, так сказать, параллели проводить, то у нас мы играем вот, ну, в этом составе, я имею в виду втроем, да? Мы втроем играем с начала 93-го года или конец 92-го, да, я не... Только название меняли периодически. Да. Так, у нас какие была, были? У нас была группа «Лунное затмение». Чего? Мы исполняли песни и композиции на английском языке. Да ладно. Да, честно. И мы записали даже альбом по тем временам в студии, которая называлась «Петро Студия». Да, у нас был даже спонсор, который нам по тем временам, значит... отвалил бабла. Отвалил, да, бабла. Мы записали, значит, англоязычный альбом, который в итоге где-то лежит, наверное. Успешно где-то пылится, ну как столе, это принято. Да, тогда еще пленки были, поэтому пленка осыпалась. Но какие-то записи на самом деле сохранились, так что их у нас где-то, если покопаться, то, наверное, можно найти. Mm-hmm. Вот, и потом у нас был достаточно... Это под названием, прости, под названием затмение, лунное затмение. Лунное затмение. Вот именно под этим названием. Да, у нас на самом деле даже где-то в YouTube есть пару роликов, наверное, года 97-го или 98-го. Нет, потом мы стали затмение, лунное куда-то потерялось. Mm-hmm. И как группа «Затмение» нас знают, ну, многие друзья, наши старые друзья. Угу. Выступлений было достаточно. В общем-то, Москва окучилась хорошо по клубам. Химки окучились, я помню, очень модно. И где-то нас еще в одном Химки городе принимали город, очень здорово. Да, я понимаю, да. Угу. Мы были «Затмение». Лунная, ну, потерялась. Мы, ну, хорошо. «Затмение». Так, дальше. Записи вот того периода. Мы что-то писали, но не выпускали. И поэтому где-то у кого-то, если есть, они, это здорово. Угу. У меня, например, нет, потому что когда комп накрылся, накрылось. Ну, в общем, как обычно. Все, что было, да. Как обычно. Очень жалко такие вещи, на самом деле, терять. Очень жалко. Это правда. Потому что эта история... Это память. Ваши поклонники подъехали к станции. Слышите, мотоциклы? Но если вы под затмением существовали. Да, мы, кстати говоря, играли очень много в старом Секстоне, который сгорел в свое время на Соколе. Хорошо, вот. Это было затмение. Дальше? Да, дальше у нас был большой достаточно перерыв. Мы там занимались всякими своими делами. И вот, по-моему, в 2009 году, в 2009, мы вдруг внезапно решили... поиграть, значит, музыки всякой. И собрались и пригласили вот нашего друга Родиона Белецкого. И вот мы... Ну, кто не знает, это известный достаточно драматург, на самом деле. Да. Вот мы, кстати говоря, будем играть две вещи на его тексты. Вот сегодня. Уехали ваши поклонники. Да. Причем на метро, видимо. Да нет, судя по грохоту, это как раз мотоциклы были. Подъехали, услышали про Белецкого, развернулись и уехали. Это нормально. Вот, и мы на самом деле мы выпустили альбом один-единственный и двойной сингл, значит, с двумя песнями. И даже сняли два клипа. Ну ты не модно говоришь, какой двойной? Макси-сингл. Макси-сингл. Yeah. Макси-сингл. Вот, альбом... Вы же пели по-английски, вы должны понимать. Альбом, да, назывался «Страдания толстяка». Вышел он, по-моему, в 2010 году. Так. И мы его успешно играли там пару лет. Угу. Вот, а потом Родион, к сожалению, по работе уже стал настолько загружен, что уже не смог с нами играть. И вот мы решили, собственно, продолжить. И я хотел бы добавить, что справедливости надо сказать, что во всех коллективах, в «Лунном затмении», в «Затмении», в «Збенде» был еще один участник, гитарист, это Андрей Тихомиров. Ну, то нельзя забывать человека, конечно. Нет, а мы его не забываем. Нет, уж сейчас... если совсем справедливости ради обращаться, то коллектив будущий, который сейчас вот появился в итоге, это первый Соловей и Андрюха Тихомиров. Потом пришел Сокол. Потом Сокол мне на службу прислал запись, которую они сделали тогда в Петростудии. Я чуть прибалдел немного, думаю, нифига себе. И тут они меня позвали. И тогда, в общем, все это с самого начала, у истоков это был Дрон и Соловей. То есть можно считать, что группа «Три капитана» существует в том виде, в котором существует. Сколько времени? 92-й год, это чего? Да, 92-й. 13 лет? Нет, больше. 23. 93? Yeah. «Три капитана».
Три капитана. Я именно в этом составе, в этом виде. В этом составе мы, ну, наверное, пару лет, да. Пару лет. Вот. Вот что было важно. Потому что у вас очень много разных было названий и реинкарнаций, но сейчас два года, как существует именно этот состав. Да. У вас еще есть время для того, чтобы стать суперзнаменитыми, я вас уверяю. Вот сейчас я не знаю, какая песня по счету идет на альбоме, но я очень рекомендую спеть именно ту, которая в ротации своего радио. Это моя просьба даже. Просто потому, что именно в этот момент люди начинают уже соображать, знают они коллектив или не знают. Мы не настроены сейчас, палки надо перестраивать. У нас мы откроем секрет небольшой. Дело все в том, что мы... В разных... У нас разные строи все время. Поскольку мы в основное количество времени играем втроем, я вынужден делать все для того, чтобы гитара максимально плотно звучала в части аккордов. Поэтому у меня... хитрые всякие строи. А когда эта песня, я сейчас не называю ее вслух, когда она там запланирована у вас по счету? Предпоследний. Вообще предпоследний? Но это нет, мы можем сделать исключение на следующую песню. Давай на следующую песню. Лады. Я долго объяснять не буду, просто это важно. Важно, хорошо. Потому что человек, когда узнает что-то, он уже к коллективу начинает относиться чуточку иначе. А ее не узнать невозможно, особенно тем, кто слушает свое радио давно и постоянно. Что будет дальше? Дальше будет песня «Микрофон» с альбома, который называется «В складчину». Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня три капитана. Поехали. We'll be right back.
Хорошо. Хорошо. Хорошо сидим. Нет, на самом деле чувствуется мощь, чувствуется опыт, профессиональный опыт. И понятно, что давно уже музыканты делают то, что делают. И особенно, когда я узнал, что звукорежиссером у них время от времени, это, или в постоянном режиме, я сейчас не знаю. Вот он сам даже не знает, в постоянном режиме или время от времени, как надо. Особенно Владимир Гуматов. Да. Я решил для себя, что коллектив действительно стоит того, чтобы его показывать со всех сторон. Поэтому будем пытать вас с пристрастием. Понятно, что много лет в музыке. Понятно, что много сменилось составов, я имею в виду тех юнг, которые помогают. И понятное дело, что сменились названия. Но жить-то как-то надо. Вы же чем-то должны зарабатывать. Давайте делитесь. Ну, собственно, когда речь заходит о рок-н-ролле, да-да-да, обычно вряд ли кто-либо говорит о том, что способен прожить музыку. Хотя есть исключения. В этой студии такие нередко появляются. Да-да-да, я здесь ничего не хочу сказать, но в нашем случае, конечно, мы, к сожалению, занимаемся, или к счастью, не знаю, занимаемся разными другими делами. Какими? Давайте, просто интересно. Ну, собственно, я занимаюсь всякими... Сергей Скалов, на всякий случай. Да, да, да. Занимаюсь всякими инженерными системами. У меня есть компания, которая осуществляет услуги в части инжиниринга зданий, скажем так, и сооружений. То есть владелец компании? Да. Ну, наконец-то у нас бизнесмены появились в студии. Бизнесмены-музыканты. Так, поехали дальше. Петь. Ну, про себя у меня есть своя компания. Да? Вот я. Нет, к счастью, опять же, или к сожалению, я так сказать не могу. Не мое это совсем. Так. У меня такое более романтичное занятие. Я занимаюсь рыбалкой. Я профессиональный почти рыбак. Тотальный рыбак. У меня увлечение это рок-н-ролл, рыбалка. Ну и кое-что там еще. Ну и женщина, это понятно. Это само собой. Это нормально, да. По-мужски. Ну и, соответственно, чтобы бизнес... Подожди секундочку. Я хочу понять, ты рыбачишь, чтобы есть? Как ты на этом зарабатываешь? Нет, я зарабатываю, продаю рыболовные снасти. Снасть? Все, что связано с рыбалкой. Ах, вот что. Ты занимаешься продажей рыболовных снастей. У тебя собственный магазин, поэтому... Нет, у меня не собственный магазин, все гораздо проще. Я работаю просто в этой сфере. Вот, все. Ты говоришь, я рыбак профессиональный, я иду... Нет, ну, у каждого... Человек поутру на завтрак, днем на обед рыбки наловил, к вечеру... Нет, с удовольствием, я бы все забросил, занимался только рыбалкой, если честно. Понятно. Это просто самое большое счастье, наверное, которое доступно почти всегда. Ну, насчет счастья не знаю, но насчет азарта уж точно, особенно если ловишь в самый сезон с лодки, да на спиннинг где-нибудь в Астраханской области, когда щучка просто сама по себе прям кидается. Семен, честно тебе скажу, если даже не ловится ничего, не клюет нифига сегодня, но ты вырвался, и у тебя свободный день, ты наедине с природой, в кайф. Хорошо, теперь опять птичий человек. Опять птичьего человека хочу. Чем занимается Соловьев? Ну, у меня был бизнес тоже, как у Соколова. Правда, он у меня благополучно умер 2 года назад. Так. Вот. Ну, на самом деле, и стройкой как-то, да, и в яхт-клубе «Нептун» я работаю. Кем? Нептуном. Ну, почти, я так и подумал, практически да. Нептуном, да. Ну, за яхтами, присмотр, там, оснастка, прокат. Вот. То есть мы знаем, если что, где покататься. Да, покататься можно легко. Понятно. Спасибо. Ну, юнг тоже надо опрашивать, я так полагаю. Трофим, чем зарабатывает себе на жизнь Трофим? А Моряхина спрашивать не буду, он играет в таком количестве коллективов, что все вопросы сняты уже, мне кажется. Он живет музыкой, правильно? Зарабатывает за счет... А Трофим? Не зарабатывает. Ну, по профессии журналист, фактически работаю на телевидении больше 20 лет, режиссер и где? Режиссер монтажа. Ну, раньше «Вокруг света» программа была такая про путешествия с режиссером. Вот. А сейчас я монтирую разные программы. Вот. То есть, как бы, собственно, занимаюсь видеомонтажем. То есть ты занимаешься в компании, которая производит продукт? Да. Ну, потому что сейчас, в принципе, все телевидение так устроено, что телекомпании покупают продукты я у кого-то. То есть я, собственно, работаю на разные компании, которые продают эти программы разным каналам. Я понял. Нет, логично. Но мы-то понимаем, о чем речь. Мы люди телевизионно-радийные, так что... Моряхин. Ну, расскажи, ты раз вошел в студию, я тебя так красиво тут презентовал, что у нас тут еще и саксофонист есть, правда, он вышел. А он в надежде, кстати, что сейчас будет 4-я песня с его участием. Он слышал, да? Слышал, что поменялся. Ну, скажи, чем ты зарабатываешь на жизнь? Вот к микрофону только подойди, скажи, пожалуйста.
Я свожу концы с концами, играя на саксофоне. То есть он принципиален. Пытается зарабатывать за счет того, что делает профессионально свою работу на саксофоне. Ну, как-то что-то складывается, что-то не очень. Давайте петь. Сделали вы, да, выводы из нашего разговора, я имею в виду по поводу смены песни. Совершенно это очень важно. Я сейчас даже не буду объявлять название этой песни. Убежден, что те, кто слушает программу, сейчас сами начнут писать, что это за песня. Она уже успела стать популярной в эфире своего радио. Теперь те, кто не очень понимает, что за группа, быстро сообразят, кто эти люди. Три капитана здесь сегодня. Поехали. Все так, как я и предполагал. Вот, например, Константин Твердый пишет: «А, засада, эту песню я знаю, круто». Даже название этой песни можно было не произносить. «Вживую засада тоже цеплючая», пишет Юлия Усова. Это к тому, что песня зацепила внимание достаточного количества аудитории своего радио после того, как звучала в премьерах. Ну и, собственно говоря, надеюсь, что и остальные песни тоже придутся по душе. Вот что мне сейчас стало интересно. Смотрите как. Ведь вы сейчас, получается, молодой коллектив. Ну, 2 года группе «Три капитана», да? Ну, что там, греха таить. Да. Всего 2 года этому названию. Но подающие надежды. Да-да-да, очень большие надежды. Но при том, при всем, вы люди с огромным опытом музыкальным. И вы из того времени, когда у нас, ну, если не зародился, то очень бурным цветом развивался русский рок.
Почему вы не играете вот тот самый пресловутый русский рок, а играете музыку куда более сложную? Скажи мне, пожалуйста. Семен, на самом деле здесь такая хитрая история. Я ж... Когда сказал слово «хай», букву «хай», ну, такая хитрая. Да, ну давай. Нет, нет, получилось так, что я в какой-то момент времени... Во-первых, я жуткий битломан, поэтому все свое детство, отрочество и юность я, значит, слушал исключительно там «Битлз», и потом уже «Лед Зеппелин», «Кинг Кримзон», «Ху», «Крим» и так далее, все там по списку. И поэтому как-то это... дело мимо меня, в общем, прошло. А потом мы уже стали играть всякие блюзы в группе «Лунное затмение». И к своему стыду, вот у нас только Соловей, значит, знает весь репертуар русского рока, потому что он ответственен на регатах, он ответственен за музыкальную часть. А почему к стыду? Потому что, да, кстати, почему к стыду-то? Потому что я, например, я половины песен просто даже не знаю текста. Я могу подобрать, но... А как же «Короночка»? Ну, «Короночка», да, да. Есть коллективы, которые я из всех, из вот русского рока, про то, что ты сейчас сказал, Семен, я действительно очень люблю. Это, безусловно, «Наутилус Помпилиус», это «Чиж». Это из русского рока, наверное. Пожалуй, все. Хватит. Уже экзамен прошел. Не, на самом деле, я-то говорю о русском роке с иронией. Потому что я, в принципе, не понимаю этого термина. Вот реально. В моем понимании, чтобы вы это знали теперь. Русский рок — это рок на русском языке. Китайский — на китайском. Французский — на французском. Но апологеты этого вида музыки, я так называю, да, считают, что русский рок — это нечто более сакральное. Это почти святое. Это когда про родину, когда про березы, когда осень. Это не про нас. И так далее. Вот. И именно поэтому они причисляют к русскому року огромное количество групп, которые и рок-то не играют. Ну, типа Агаты Кристи, типа Земфиры, не знаю, типа Чайфов. Но это классная музыка, да. Ну, к року какую? Это к чертям имеет отношение. Вот. Поэтому для меня, я и давно, и до сих пор пытаюсь пробить эту стену непонимания тех людей, которые, придумав себе эту тезу, да, вот, русский рок, икона стиля, все, они ничего другого не слушают. Мы на самом деле себе какое-то одно время придумали тоже, значит, в шутку. Да стиль, даже который... не в шутку, а так и есть. Стиль, в котором мы играем, мы назвали «тяжелый а-ля Рюс». Вот. И на самом деле у нас вот следующая песня, когда мы ее будем играть, она, собственно, изначально и задумывалась как такая несколько русская, скажем, страшно, псевдонародная. Да. Нет, нужно сказать, что вот, ну, проявилось это больше всего в сбенде, когда мы фигачили все. И достаточно там тяжелые вещи тоже присутствуют, но тяжелые, может, по саунду, назовем так. Угу. Больше даже что-то там по текстам было больше самоиронии. Это но когда, я не помню, с чего вдруг возник, по-моему, мы с Лавьем где-то выпивали и придумали это название. На рыбалке. Или Серега участвовал. Где еще? Но «тяжелый а-ля Рус» это из десятки в десятку попасть о том, чем мы занимались. Ну и, похоже, продолжаем заниматься. И продолжайте и дальше. Кстати, тут вот есть по поводу рыбалки. Лекса написала, как в анекдоте. Рыбак, ничего не поймав, сматывает удочки и бормочет. Если бы так не успокаивало, переубивал бы всех нафиг. Да, это как раз вот про рыбака. Теперь, Зион, так зовется человек, творчество почему-то напомнило The Winery Dogs. Музыка отличная, Winery Dogs, да, читается, если мы... Значит, музыка отличная, песня «Засада» просто огонь, правда, только с пятого раза начал вслушиваться в слова, пишет человек. Добавьте бывает в ротацию еще композиции от «Три капитана». Да к удовольствию, только они мне их пока не прислали. Я же говорю, мы секретная группа, да. Ленивая. Я все жду. Когда на гастроли. Все жду. Но мы говорили до эфира о том, что песни вы мне пришлете. Да, конечно. Для ротации. Мы уже этот вопрос решили. Просто сообщаю всем, и в том числе человеку, который этот вопрос поставил сейчас ребром, Зион, то бишь, в ротации своего радио на данный момент чуть больше 300 групп. Понятно, что следить за всем, в отличие от других станций, где их всего 30, гораздо сложнее, когда появляются альбомы, когда появляются новые песни. Поэтому я и музыкантов прошу, братцы, не забывайте о том, что есть свое радио. Присылайте, пожалуйста, свои новые песни. Ну, просто я не могу уследить за всеми. Это просто нереально.
Те, кто откликается и дает свои новинки в ротацию, те, собственно говоря, в премьерах и оказываются. Надо помнить о том, что свое радио для того и создавалось, чтобы музыкантов, хорошо играющих на музыкальных инструментах и поющих хорошие песни, несмотря на то, сколько лет они уже это делают, но пока не знает в масштабах страны, страна, то бишь не знает в таких масштабах. Вот мы пытаемся сделать все возможное, чтобы страна узнавала. Так что песни за вами, друзья мои. На самом деле очень непривычно, если вот, Семен, ты говоришь по поводу звучания, очень непривычно играть вообще в так вот на радио. Так вы же играете полный звук впервые на радио. Да, но просто обычно с это... С премьерой. Обычно это слышишь другим ухом, а тут неожиданно такие... Нет, обычно врубил нормально комбик, раскачал, и все, тебе в кайф. А здесь нужно прислушиваться. А здесь каждый ваш звучочек слышен. Ответственное у вас мероприятие. Тут да, тут косяк каждый будет заметен. Ну, а какой рок-н-ролл без косяков? Вот я хотел бы... А вот не было косяков до сих пор. Были. Не было косяков до сих пор, я сказал. Косяков не было. Мы этого не слышали. Следующая песня как раз в стиле тяжелый Алярис. Называется она «Окаянная». И, собственно, это вот как раз написана песня на текст Родиона Андреевича Белецкого. Джонни, привет! И в этой песне нам поможет Олег Моряхин, который, собственно, на пластинке тоже записался с нами. И как раз вот в этой вещи, надеюсь, что мы сейчас... Не надейся, играй. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Три капитана здесь сегодня. Захламила дом, развела уют, понаставила банок с кремами, и теперь друзьям нету места тут. Ты с малинами, да блин, с ленами. Пойду гулять по ночной Москве с
сам собой пойду разговаривать, размышлять о том, как сказать тебе, что пришла пора тебе сваливать. Очень может быть, я к ней был жесток, да прости. Эх, высочество, но теперь, друзья, на столетний срок выбираю я одиночество. Ай-яй-яй-яй, попади ты, пропадай, окаянная со своей мамашей малохольною. Мне нужна мне связь постоянная, выбираю я вольную. Отметил я одно сообщение в чате, тут же Юля мне его тоже скинула. Не знаю, мне интересно, конечно, будет реакция всех парней, которые здесь, в этой студии. Потечет ли скупая мужская слеза по, как сказать, так сказать, по сухой от ветра щеке? Да? Я сейчас пытаюсь... По небритой щеке. Но просто надо же как-то создавать нормальную такую полумаргинальную обстановку. Так вот, сообщение такое, короткое. Люблю вас, парни. И подпись «Родион Белецкий». Роди, привет! А почему при этом не было в глазах такого огня? Ого! То есть нормально? Вы часто видитесь вообще с Родионом? Ну, да, мы часто видимся. Я с Родионом учился в одной школе. Он на класс был у меня старше. Мы все из театральной школы номер 123. Так что, ребята, привет, 123-м. Вы все оттуда? Нет, мы с Родионом, да. А, ты сказал, мы все. Вот я поэтому и говорю. И Родион очень много написал песен в соавторстве с моим одноклассником, моим хорошим другом Олегом Герасимовым. Эти вещи они писали еще в армии. И очень много из этого репертуара мы потом переложили в рок-н-ролльные дела и, с бэндом. И играли их и на концертах. Ну и сейчас кое-что даже там какие-то отголоски есть. Потому что у них ну, такой настоящий был коллектив друзей. Они вместе служили 2 года, попали в одну мину. Разумеется, чем заниматься, чтобы спасаться? Ну, только рок-н-роллом и творчеством. Особенно в армии. Да, здесь там только рок-н-роллом и спасаешься. Это правда. Я к школе театральной хочу чуточку вернуться назад. Вернись, пожалуйста, к микрофону. Это приятно. Да, это интересно. Сразу почувствовал какую-то жилу такую в человеке интересную, да? А потом теперь понимаю, почему. А что случилось? Почему не пошел дальше по этим стопам? Очень хороший вопрос. Да, наверное, редко задают, да, я понимаю. Ну, не было, наверное, причин задавать. Театральная школа 123, это мы были при театре на Красной Пресне. Театр Списивцева, и потом далее-далее. Скажем так, к концу 8 класса где-то я понял, что я хочу заниматься только рок-н-роллом. Я ушел из театра, все мои друзья-одноклассники, ну... Где-то большая часть, наверное, все-таки занимается сейчас этим творчеством. Актеры, режиссеры, очень успешные. Включая... А кто был? Кто был с тобой вместе? Ну, может быть, есть какие-то имена, нет? Есть. Есть очень много имен. Есть из класса старше те же самые Димка Марьянов. Это одноклассник Родиона. Щукина. Наташа Щукина. Я боюсь кого-то забыть, будет нехорошо. Из моего класса
просто Мишка Палатник, гениальный режиссер и сценарист в основном так. Опять же, Олег Герасимов, мой одноклассник, друг, которому я сейчас скоро поеду на рыбалку, на Рыбинку, так что Вов завидует. Да. Тоже театральный режиссер, но сейчас он в основном пишет музыку для спектаклей. Школа очень продвинута, была интересна. Дело в том, что у нас даже в советское время на переменах звучал Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. Ну вот оттуда, собственно, ноги. Оттуда ненормальность пошла, да. Ну вот попер рок-н-ролл. Это нормальность, это абсолютная нормальность. Интересно, как складываются судьбы, потому что в 8 классе, а чтобы вы понимали, школа 123 находится на Пресне, на Красной. Я тоже учился на Пресне, в 28-й только школе, которая находится там не сильно далеко. И у нас... Не инженерная школа, я знаю. Нет, спецшкола английская. И к нам в 8 классе приходили из 1-2-3 отбирать, значит, учеников. И меня отобрали, я отказался идти. Нет, я отказался. Приходили пацаны из 120, из раз 2-3, приходили, бабло отнимали у нас. Но все равно я после окончания школы, то есть мы с Олегом, вот про который рассказывали, мы потом поехали в... отобрались неожиданно совершенно. Дитя мира была такая программа, и мы поехали в Америку все. И я вернулся в итоге, познакомился опять с теми же самыми ребятами из 123, с которым он должен был учиться. Я должен был учиться вот с Петром. То есть у вас связывает полжизни, по-моему. Можно один момент? Я вспоминаю, метро, мы едем где-то, то ли типа с Пушки едем до Октябрьского поля. И Олег мне говорит, познакомься, это Серега, с которым мы сейчас репетировали, чтобы вокалить в Штаты поедем. Серега, здорово, Серега длинный такой, привет-привет. И он достает волшебную тетрадку, которая меня тогда поразила. Я понял, что этот человек не просто так появился в моей жизни. Тетрадка там расписана по нотам Битлз, песни, и очень много цепелинской тематики было. А для меня Led Zeppelin — это, почти вся жизнь. Я потом об этом могу кое-что сказать? Конечно. В общем, таким макаром мы с Серегой познакомились, и потом все завертелось. Все это мне так интересно, не только потому, что это интересно, но просто мне, как театральному режиссеру по своей первой профессии, это действительно показалось любопытным. Своих всегда чувствуешь. Вот пока до эфира разговаривали, я еще подумал, удивительно интересно общается басист коллектива. Он музыкант, в моем понимании. Общается как нормальный театрал, Петр. То есть общается, во-первых, поставленный и хороший голос. Басисты так чаще всего не общаются. Да. Чаще всего басист, не пойми как, суровая личность. А здесь нет, передо мной с горящими глазами. Спасибо за хорошие слова, но все, что касается басистов, особенно анекдот на эту тему, ко мне это подходит в полной мере. Спасибо. Да, тогда, сразу обрезал, чтобы дальше эту тему не продолжать. Он засмущался. Да ладно, я же понимаю, да. Чего Трофим-то хочет сказать? Да я хотел тему со школы закончить, потому что этот товарищ нехороший. Забыл, что мы с ним тоже вместе в школе учились. И, между прочим, из-за него на гитаре начал играть. Потому что я тогда тоже был юнг, я был на 2 класса моложе. Попал к ним на репетицию году 89-м, в 90-м. И вот они мне жизнь всю испортили. До сих пор вот еле-еле семью кормлю. Нет, у нас в школе был ансамбль, который играл. Ну, мы играли песни Битлз, естественно. Что можно играть в спецшколе? Либо Роллинг Стоунс, либо Битлз, других вариантов. Нет, уже лунное затмение. А уже было, да? Окей, надо опять браться, надо закрыть час чем-нибудь. Значит, композиция называется. Она такая суровая, серьезная композиция. И это единственная песня, которую мы успели записать с Сашей Бутузовым, фаготом. На его текст. Она называется «Без царя в голове». Он, к сожалению, скоропостижно скончался, и мы не больше песен с ним. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня три капитана. Погнали. Железо плать. Без царя.
скорости выйдет срок и выйдет опять ребром. С топором пойдет по лесам плясать, послетать тогда головам. И гостям будут рады таким леса, где ленивый не баловал. Без соля в голове, без соля в голове, без соля в голове, без соля. Лето дня, рад рукой хитер, и вором над ними князь, в сердце упором и в память втер. Твои мосты, надежды там не оставь. Будут глаза у одних пусты, других хоть пускайся в плавь. Давайте двинемся дальше. Надо двигаться, потому что песен заготовлено определенное количество, надо все их успеть спеть. Поэтому была пауза. Соответственно, рекомендую сейчас прям сразу, без растяжки, без разговоров, спеть что-либо. Что это будет за песня? Песня будет, которая называется «Ритм секции», тоже на слова Родиона Бельского. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Три капитана здесь сегодня. Погнали. Ритм секция. Ритм секция. В музыкальной школе
чувачи в сторонке, соло-гитара, а вокалист — пожизненный бан. Главное, чтобы звучал барабан. Старые добрые, еще советские традиции, скажу я вам, музыкальные, на распев, на разные голоса, очень красиво. Смотри, что Руслан Ильинов пишет. Наверное, надо поздравить человека, потому как у него день рождения. Все-таки, как же хорошо, пишет он, что вы есть. Так приятно теплым весенним вечером, тихонечко отмечая свою днюшку, сидеть, слушать хорошую музыку, общаться с хорошими людьми. Вроде один и в то же время в компании. Поздравляем. С днем рождения, Руслан. Спасибо, что днюшку отмечаете с нами. А в данном случае еще и с капитанами, с тремя. Три капитана сегодня здесь. Так называется коллектив, который мы презентуем вам. И надеемся, что группа вас зацепит. Кстати, надо заметить, что альбомчик-то у вас один под этим лейблом, да, под этим именем, ты капитан. Группчик совсем молоденькая еще. 2 года коллективу, за 2 года вот альбомчик написали. Молодцы, в общем, это довольно продуктивная история. А есть ли планы на следующий, уже может быть? Планы есть, мы сейчас вот даже пытаемся начать. Есть пару вещей, которые мы хотим подготовить уже, может быть, на концертах вы будете их слышать. Угу. На грядущих. Да где? Когда? Ну, вот у нас, на самом деле, ближайший концерт, это 1 июня, это понедельник, клуб 16 тонн, у нас будет там презентация альбома. Угу. На сайте клуба 16 тонн есть вся информация, так что можно там ознакомиться. Но сегодня пред-презентация или, да. Или радиопрезентация. Ну... А сегодня, по сути дела, мы первые, кто презентует альбом в эфире. Сегодня очень серьезная репетиция и выступление уже перед зрителями. А, перед слушателями, но перед зрителями только вами пока. Нам скажут, что сегодня-то аудитория у вас поболее, чем будет в клубе, имею в виду по количеству. Так что где какая репетиция, это посмотреть надо еще. Где вы репетировать-то будете на самом деле? Я сказал репетиция, я хотел сказать выступление. А, ну хорошо, оговорился. Ну и то. Да, так вот, 1 июня. 16 тонн. Презентация альбома. Как он называется? Он на самом деле называется «Три капитана». Незамысловато. Понятно. Так. Вот, потому что мы думали, как назвать, и были разные варианты, в том числе и по песням, там еще как-то. Но поняли, что мы уже переругаемся, да, поэтому оставили просто «Три капитана». Ну, в общем, наверное, правильно. Наверное, правильно. Мне кажется, что когда название рождается с трудом, то согласие всех составляющих коллектива. Плюнули, сказали, давай, пусть три. Хорошо. Потому как трудно потом жить с ощущением, что тебе дико не нравится, а ты вынужден это на себе носить. А так вроде бы и договорились, вроде бы и хорошо. Кто тексты пишет, я не спрашивал еще, да? Чьи тексты? Нет, не спрашивали, мы с удовольствием повторим. Давай. Тексты, вот на альбоме тексты нам помогали писать Денис Кириллов. Не, помогай, подожди, я все-таки надеюсь на то, что и сами пишут. У нас с текстами очень сложно. Мы в основном, на самом деле, процесс написания выглядит следующим образом. Так. Мы примерно представляем, про что песня. Угу. И я даже иной раз придумываю, например, припев, просто слова, да, и стараюсь донести эту мысль до автора текста. И
мы совместными как-то усилиями приходим. Я мучаю страшно Дениса. Например. Почему? Зачем? Ну, потому что мне нравится. Не нравятся какие-то слова, прошу их заменить, там что-то с размерами, не то, в общем, там целая история. Так. Поэтому страдает он, несчастный меня. Ну, в общем, тут как раз та история, когда есть авторы. Вы не являетесь группой, я имею в виду, авторами текстов. Нет. В полном объеме. Нет. А музыка? Музыка наша, целиком. А аранжировки чьи? Тоже наши. Ну, наши. Вы что, вместе сидите? Да. Мы не замысловато. То есть у нас нет такой истории, когда есть коллективы. Просто я знаю, что кто-то приносит прям, ну, какие-то готовые уже аранжировки и там указывают. Вот здесь вот так играю, а здесь не так. Конечно, мы ругаемся и периодически из-за каких-нибудь нот. Обычно происходит это так. Давай. Репетиция. Кто-то опоздал. Так. Поругались уже так серьезно. Так. Ну что, дернем, я имею в виду струны. Понятно. Включаемся. Что-то наигрывается, стоп, ну-ка повтори-ка это. Ой, я не могу, не запомнил, что это. Ну-ка давай еще раз так. Вот честно, признайся, из этого начинается все. Угу. Потом идет где-то так полтора-два месяца, ну как судя по последним годам, мы ее начинаем оттачивать, мы что-то потом кардинально все меняем, ругаемся очень сильно. И когда настает момент, что вроде давайте уже не трогать, давайте что-нибудь другое, тут начинается момент текстов. И здесь песни практически кранты. Ну, примерно такой, да, процесс и происходит. Вы редкая группа, кто именно так пишет свои песни. Я к чему? Потому что аранжировки-то очень такие клевые, серьезные, интересные аранжировки. Непростые аранжировки. Не просто сложенные на трех аккордах, как принято в русском роке. А тут еще и вдумываться нужно в то, что вы играете в принципе, и в то, что вы рождаете ассоциативно. Активно. Ну, потому что музыка, она должна рождать некие ассоциации, помимо текста, в котором есть смысл. Знаешь, я очень, в кавычках, люблю людей, таких вот, танкистам я их называю. Сейчас открою, подожди, Вов, не нервничай, это там постучали. Да, Губатов проснулся вдруг, голову поднял на вот этот звук. Да, тех людей, которые слышат песню, вот классно все, я понимаю, что все классно сделано в ней. Текст, ну, непростой. Там тоже все вот так как-то вот все замысловато. И человек пишет, о чем песня вообще? Что вижу, то пою. Что это за музыка? Ну дауны. Что можно ответить, да, этому человеку? Есть такие дауны. Не, почему? На самом деле есть просто разные восприятия у людей. И я могу сказать, даже внутри нашего коллектива мы вот песни на альбоме оцениваем по-разному. Я, например, какие-то вещи, ну, не скажу, что я прямо как-то фанат. Ну, говори вещей. Уж, как есть. Вот. А, например, «Барабанщик» нравятся другие песни. Я всегда за те песни, которые самые несчастные. То есть вот те, которые никому не нравятся, они нравятся мне. То есть я так очень... То есть вы настолько по-разному относитесь к музыке, что даже играя одни и те же песни, кто-то любит эти песни, кто-то нет. Ну вот, это вот к вопросу о слушателях. Есть люди, которые там воспринимают музыку, есть люди, которым музыка — это такой некий фон для восприятия текста. Суровых там, ну, прям лозунги, чтобы там... Ну, русский рок, понятно, да. Чаще всего именно к этой категории относится. Так вот, очень здорово, кстати, что сейчас было об этом сказано, потому что это характеризует группу в некотором смысле, да, три. Ну, в данном случае я без Юнка имею в виду. Да? Вопрос только, хорошо ли характеризует? Хорошо. Результат. Знаешь как, я все равно смотрю на результат. Когда мы говорим, допустим, о людях, известных людях, ну, сейчас я так, навскидку, Пушкин, женщины, с которыми он поступал некорректно, его ненавидели. Ну, потому что ходок был. А ведь гений. И сейчас кто вспомнит о том, что он был ходок? Первое, да? Чайковский. Я не знаю, грех это или нет, то, что он был гей. Но кто сейчас будет вспоминать о том, что он гей? Музыка классная, качественная музыка. Дальше. Я могу сейчас долго. Гоголь. Ну, надо ли объяснять, кто такой был Гоголь, с какими проблемами он жил. Но ведь это великий человек. Посему все вот эти трудности, как ты говоришь, да, внутри коллектива, какие-то сложности характеров, это такая чушь. Главное — результат. Вот есть результат. Театральным людям тоже можно нескольких режиссеров вспомнить. Тиранов и людей, с которыми, в принципе, находиться рядом очень сложно. Но результат, смотришь спектакль и понимаешь, это гениально. Так вот, это очень хорошо, что вы такие разные, правда. Это очень здорово, что у вас вот такое трение происходит постоянно. Кремень, он выбивает огонь.
И вы друг дружку так это, потирая периодически, искорки рождаете. А эти искорки, в конце концов, в песни превращаются. Это ж клево. Ну, мы, конечно, у нас были разные периоды. И мы, если вот так вот кто нас не знает, что мы давно и близко общаемся, если вот послушать, как мы общаемся на репетициях, то, конечно, люди иногда ужасаются и говорят, как вы вообще, как вы вместе-то играете. Потому что там иногда такое творится, что... До мордобоя не доходит, но... Но почти. Да. Но близко. Ну, очень, да. Вот. Ну, это тоже хорошо. Надо петь что-нибудь. А мы сейчас споем. Песня да называется... Ладно. Да, хотели стихи прочитать, но решили, что все-таки лучше спеть. Лучше спеть. Песня называется «Человечки». И этой, в этой песне, когда мы записывали у нас на альбоме, мы собрали своих детей, и они записали там даже припев. Так, ну, сегодня... К сожалению, сегодня... Нет, без детей. Без детей. Ну, попробуйте за них спеть. Да. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Сегодня здесь три капитана. Поехали. Thank you.
чем глубже в лес, тем партизаны толще, как я люблю говорить. Каждая из вещей, вновь звучащих в эфире, ну, я имею в виду одна за одной, вызывает совершенно разные, но однозначно положительные эмоции. Это круто. А вообще много ли песен у группы «Три капитана», как у коллектива «Три капитана» именно этого названия? Ну, альбом там сколько? 10, 12? 10. А вообще, в принципе, концертная программа из скольки состоит песня? Концертная программа, на самом деле, состоит из, ну, будем так говорить, 12 на сегодняшний момент вещей. Угу. Мы достаточно серьезно сейчас внутри себя думаем, стоит ли нам играть вещи, которые были сделаны со сбендом. Ну, там есть вещи, которые не совсем, ну, скажем так, подходят. Сергей, пока настраиваешь гитару, я хочу просто добавить, что мы не думаем, а спорим. И думаешь только ты об этом. И все. А мы уже давно славим, все решили. Что петь не будете или как? Что наоборот, надо петь старый репертуар. Вот. Столько народа хочет услышать. Да и вообще надо древний репертуар тоже было вводить. Давно бы уже были концертные площадки, девчонки, пиво и все такое. А он все из-за этого... Как он назвал? Я строительный, концептуальный наш бизнесмен попортил нам всю рок-н-ролльную тусовку. Так соберитесь все вместе, прижмите к стенке. Наваляем легко. Кстати, что касается вот тех самых моментов, тоже любопытно, да, было уже сказано, Сергей говорил, что ссоритесь, бывает, ругаетесь, ну, это нормальное состояние. А вот так, чтобы действительно сказать, да пошло все. И... Пошло. Ну, было? Было, когда у нас был перерыв большой в группе. Сейчас я скажу, это 98-й год, я запомнил, потому что у нас фотография сохранилась. Мы играли, я на Таганке тогда жил еще, и играли в Таганском парке на открытой площадке. Uh-huh. 98-й год, так сложилось, что, ну, честно говоря, не то, что надорвались уже, но пошли семьи, дети. Кризис. У кого-то попер бизнес и так далее. Ну, кого-то не попер, но... Кого-то не попер, да. И, честно вам признаюсь, вот я 7 лет, бас-гитара у меня лежала на антресоли. Я стал толстеть, я занимался семьей, я был рад, занимался рыбалкой, больше ничем. 7 лет гитара пылилась. У ребят еще дольше. Я очухался чуть раньше, чем они. То есть ты достал таки бас-гитару и сказал пацанам, ну что? Нет, у меня просто... Так как я один из ярых фанатов Led Zeppelin, и в сообществе нашел единомышленников, и мы создали группу Plumbum Dreams, кто знает. Угу. Трибют Led Zeppelin в единственном, да, Москве. Такая. Там женский вокал, правда? А, да, Ленка сейчас поет нормально. Ну. Нет, там вот не реклама ради, но тем не менее. Завтра концерт Plumbum Dreams, спустя 2 месяца, как мы не играли. Так что приходите в клуб Music Town, да. Браво, мама! Там будет и женский, и мужской вокал. Игорь Добонравов и Аленка Ярушин будет. И я к тому, что после того, как ребята пришли вдруг, мы встречались только на днях рождения, где-то выпивали по малым поводам. Вот, момент антресоли я рассказываю, когда никто ничем не занимался. Тут они посмотрели, нифига себе, а печь-то дергает, и дергает неплохо. И тут мы решили восстать из... Пепла. На самом деле, мысль была в том, чтобы у нас сохранилось очень много материала, как раз вот с радиолом вещей, которые мы играли там в начале 90-х. Поэтому мы решили собраться и записать наконец-то все-таки пластинку. Можем ее, кстати, тоже вам привезти. Да, конечно. А, кстати, кавера вы играете вообще? Ой, мы одно время играли страшное количество каверов. Ну, это нормально. Там надо же кушать. На Джимми Хендрикса, на... На и наши, и не наши, группа Крим там всякие. Не, мы постоянно Крим-то это мы играли здорово все. Битлов переделали в тяжелый такой а-ля Рус тоже. Ну, ничего не ля Рус тогда был, у нас клево Битл получалось. Мы все пытались King Crimson сыграть, потому что мы с Серегой фанат King Crimson со времен, когда мы помним себя, ну, почти школьником, там 10. Но засада была в Соловье. Потому что он хоть и слушает музыку, но когда он говорит, Серег, сними к следующей репетиции, хотя бы примерно и знай, где переход, там, куплет, тем более King Crimson просто так не сыграешь. Приходил Славе и говорил, слушай, ну давайте вот нашу старенькую вещь сыграем. И на этом все тухло-тухло. Нормально. Я почему спросил о каверах? Ну, во-первых, просто потому что это иногда бывает очень любопытно, когда какая-то группа, играющая свой материал, вдруг неожиданно играет кавер на кого-то. Если это не кавер-группа, которая своего материала не имеет. Вот это, кстати сказать, не всегда мне нравится. Это правильно, это очень клево. Вот, вспоминая наши старые дела затменские, да, когда мы играли свой материал, и потом мы играли Крим, Ледзеппельнский рок-н-ролл, как всегда, и Битлов, по-моему, еще, да, мы? Битлов, Дейтриппер. Дейтриппер еще в тяжеле.
Народ воспринял очень здорово. Они, конечно, в основном приходили друзья, они, кто-то слышал там уже материал, нет, все здорово, здорово. Но когда ты даешь уже разгоряченным людям то, что они ждут, чтобы напевать, плясать, и тут весь зал наш и все дела. Девочки, пиво, ну, в общем, это я продолжаю твою же мысль, да, пить, да. Грамотно, грамотно все поставлено. 4647, это короткий номер для ваших смс. Сначала свои пишите, затем пробел. Вот ваши друзья на самолетах слетают. Да, подъехали уже. Видимо, встречать вас готовятся полчаса до конца программы, видимо, повезут вас ведерком. 4647, свои, пробел. А дальше либо вопросы, либо эмоции, впечатления. В общем, делитесь всем, что есть. Не забывайте о группе ВКонтакте, там тоже можно что-либо писать. Вот, например, Максим Васильев пишет: «А мне нравятся аранжировки, вообще нравится, как песни построены. Вроде бы ничего сверхъестественного, но цепляет». Вот это как раз то, о чем я сказал. Аранжировки у вас очень необычные, очень, ну, как бы не то, что необычные, они очень непростые, очень хорошие. Вот лично мне нравится дико. И именно поэтому, когда я услышал в первый раз, где-то в интернете наткнулся на вашу засаду, кому из вас я написал, сейчас не вспомню. А, мне. Понятно. Ну вот, значит, получается, проводник, связующий, соловитую, связавший нас. Я услышал засаду и понял, что я хочу эту песню в ротацию. Просто и оказалось, что это новый альбом еще, боже упаси, еще и совсем свежая песня, в принципе, сама по себе. Правильно? Да. Вот как-то нас, значит, судьба свела. И там она попроще несколько, чем вот то, что мы слышим сейчас, к примеру, да? Но и там слышно, и очевидно, совершенно осязаемо понятно, что эти люди, которые делали эти аранжировки, они делали их всерьез. Это не та история, когда ляп, шмяк и нормальные песни пой. Все как-то так хорошо у вас, правильно. По-инженерному, я бы сказал так, построено. Ну... Инжиниринг грамотный. Ну что, дальше-то что будет? А дальше как раз песня, которую я люблю. Которую не успела вовремя выйти. Эта песня, да, мы ее сочинили до, скажем так, ну, скажем, Олимпиады. Где-то за год она уже была готова. Как всегда, засада была с текстами. Тыр-тыр, тыр-тыр. Надо было ее выпускать, конечно, пораньше. Но послушайте, может, она и в таком виде будет. Ничего, да? Да. Хорошо, договорились. Как называется песня? Олимпиада проходила в городе Сочи. И мы, в общем, обозвали песню «Сочи». Как всегда, «Живой звук», программа «Живые». Здесь сегодня три капитана. Поехали. We'll be right back.
ослаблю. Только знайте, упыри, я вам душу не оставлю. Я бы бегал, жил бы в Сочи, миллионами ворочал. Я бы бегал, жил бы в Сочи. Не могу, я сидел всю песню и пытался понять, что мне это напоминает. Ну, в хорошем смысле напоминает. Что-то явно олдовое, западное. А что, не могу вспомнить? Вот напомни. Я не знаю, да или нет. Ход. Да-да-да. Я помню, как мы придумывали припев. Просто вот Серега сказал, давайте 4 аккорда обыграем все. Он говорит, будет как у Ярбёрдс. Ну, не знаю. Не могу вспомнить. Но это не важно. Это не важно. Это просто очень фирмово звучит, очень по-настоящему. Очень по-настоящему, очень круто. Так, сколько осталось еще по вашему графику? Ну, мы сейчас вот решили 7. Все-таки сыграть все-таки песню из старого репертуара. Кстати говоря, любимая песня Вовы Губатова. Наконец-то хоть кому-то. Хоть кому-то она нравится. Да, да. Так. И потом будет еще одна последняя песня, которая. Вот та самая длинная, о которой мы говорили. Да, да, да. Вот, я же должен это понимать, этот момент мне надо зафиксировать, чтобы нам закончить песню. Я почему и спрашиваю хронометража. Но пока мы не поем, пока мы болтаем. Послушайте, я знаю, что у вас случилось ура, удача с краудфандингом. Ну, расскажи об этом, пожалуйста. Где это? На планете происходило? На планете, да. Мы в какой-то момент, когда мы почему, собственно, так долго выпускали диск, мы его выпускали, начали выпускать его своими силами. И, что называется, силы не рассчитали. Тут же закончили. Нет, почему? Мы, в общем, практически половину, во всяком случае, трекинга мы записали. Причем мы выезжали с выездом в дом, там искали звук барабанов, там еще что-то такое. То есть серьезно, ну правильно, инженерный подход, да. Да. Вот. И кончилось тем, что мы поняли, что, конечно, не справляемся, и решили разместиться на планете. За что им большое спасибо. Единственное, что мы, конечно, не добрали то, чего хотели, но это нам здорово помогло, и мы все-таки закончили альбом, выпустили ограниченным тиражом CD, ну, для акционеров, да, и всякие там призы. А сколько собирали, если не секрет? Собирали 150, по-моему, тысяч. Да, 150. Ну, половину собрали. А собрали больше даже. Но это значит, что успешный проект. Ну, да, то есть, да, 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 да. Уже да, да, состоявшийся, скажем, да. Скажем так. Ну, слава богу. Я почему спросил об этом? Дело в том, что обычно в такого рода истории ввязываются те музыканты, у кого очень большие соцсети. Ну, то есть там есть к кому обратиться с этим, да? В вашей группе, ну, как у нас у театрала говорят, 3 коллеги, да? Совсем мало людей. И вы все-таки собрали, и я скажу, немаленькую сумму. Кто-то собирает по 20 тысяч, не может, а вы собрали больше половины. У нас 150. Есть секретная группа. Да. Да. У нас есть секретная виртуальная социальная сеть, которая своя. Называется «Регатные люди». А-а-а. Да. И, тогда почему так мало собрали, я не понял. На самом деле, большое всем спасибо, кто проучаствовал в этом проекте по сбору. И очень много людей, наших друзей помогло, и людей, которые с нами ходят в море и гоняются. Вот, и всем привет. Там, кто нас помнит и кого мы знаем. Угу. Ну, очень хорошо, когда есть секретные группы, вот реально, да. Я правда заинтересовался этим фактом, потому что понимал, что вы деньги собрали, а группа. Я всех прошу, тех, кто слушает эфир сегодня, вступайте, пожалуйста, в группу в социальную, я имею в виду сеть, в ВКонтакте, в официальную группу коллектива «Три капитана». Ну, как-то вот совсем у них там немного людей, они мало этим занимаются, лентяи. Но надо дать шанс и повод людям все-таки посмотреть на эту историю широко. Потому что чем
чем больше людей в соцсети, чем больше людей в официальной группе, тем больше людей узнают о концертах, например, о том, который состоится 1 июня в 16-тоннах. А вот докричаться можно было бы до большего количества людей. И это справедливо, это правильно. Вас должны видеть многие. Так вот, сейчас должна быть песня, которую любит Вова Губат. Да-да-да, мы сейчас... Что это за песня такая? А, эта композиция называется «Время обеда». А, поэтому он и любит, да? Да. Это песня с альбома «С Бенд». Альбом назывался «Страдания толстяка». Песню мы выпустили когда? Года... В 2010 году. Ну, 5 лет назад, да. Угу. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня три капитана. Поехали. Приходил ко мне философ, задавал много вопросов. Зачем на свете живу, зачем так часто жую? Слышишь, философ, сейчас время обеда. Иди-ка ты лесом отседа. Обещал устроить счастье миру, мир и все такое. Ты оставь меня в покое. Слышь, представитель, сейчас время обеда. Иди-ка ты лесом отседа. Девка Маша, всех знакомых девок краше. Говорила, 5 часов тебя прождала без трусов. Видишь ли, Маша, сейчас время обеда. Иди-ка ты лесом отседа. Я бы сказал, жесткая песня. Я не очень понимаю, почему она так нравится Вове Губатову. Это вообще-то жестоко в отношении к женщине, когда она без трусов, пардон. А ты в... 5 часов. Да, а ты в это время, так сказать, обеды. Ладно, шутки шутками, но тем не менее. Ведь наверняка, как я понимаю, хоть это спето всерьез, хоть это спето и сыграно так вот с лицами абсолютно суровых мужчин. Слова никогда не слышал, поэтому... А теперь все. И теперь Губатов признался в том, что он слова расслышал, поэтому песня перестала нравиться. Наоборот. А с чувством юмора у вас все в порядке. Это совершенно очевидно. Другое дело. Вот какой вопрос у меня сейчас вдруг неожиданно появился. Когда мы говорим о том, что музыка, да и любое творчество, оно, в принципе, развлекает человека, да, и кто-то в свое время сказал, что любое искусство должно делать человека лучше, ну, того, кто это искусство воспринимает, так сказать. Должно делать человека чище, светлее, более счастливым, что ли. Да? Я еще и в театральную свою бытность никак не мог понять. С одной стороны, вроде бы да,
вроде бы как оно так должно быть. А с другой стороны, бывает, посмотришь или прочитаешь какое-то произведение, в котором, ну, тяжесть неимоверная. Талантливо написано, красиво, но тяжесть неимоверная. Я не могу сказать, что меня это делает светлее, чище, лучше, да, к примеру. Что такое, в принципе, музыка для вас? Не как людей, которые любят это дело, а как людей, воспринимающих музыку. Вот как слушателей. Что это? Смысл наркотик. Жизни? Наркотик. Не надо фраз типа «смысл жизни», нет, я это без наркотик. Этого не могу. Это в чистом виде наркотик. Вот, ну, для меня, во всяком случае, я не знаю, как вот для ребят. Угу. Я постоянно что-нибудь слушаю. Причем у меня настолько я... В общем, наверное, всеяден, что я слушаю совершенно различные штуки. Но ты аудитория своего радио, абсолютно. Ты часть аудитории, ну, потому что у нас как раз с этим все в порядке. Нет, если про русскоязычные проекты или вообще про российские проекты, я сейчас не беру там суровых парней, значит, звучащих на нашем радио. Я, например, очень давний фанат, там, с 90, наверное, когда там, 2-3 года. Желанной Инны. Так она у нас в ротации. И вот благодаря там Вове я с ней знаком и знаком с музыкантами. Послушай группу 9 с Лешей. С Лешей мы очень знакомы, да. Очень клёво. То есть это... Нет, я могу сказать, что есть прям набор коллективов. Там Теодор Бастард, например, очень в ротации. Очень мне нравится, да, этот коллектив. Текила Джаз, безусловно, Зорги. В ротации, так. Давай, давай, давай. Я же говорю, ты аудитория своего радио просто. Уже готовая. Да. Ну нет, что еще? Я даже не знаю, что еще. Сейчас на скидку, наверное, я не... Ну, то есть наркотик, ты ответил на вопрос. Да. Музыка — это наркотик. Ну, для меня. Понятно. А для тебя? Ой, ну, для Моряхина это средство заработка, я понял. Трудно сказать. Это дело, которое приносит удовлетворение, даже если не получается результат. Это как рыбалка без рыбы. Наверное, что-то такое. Этим хочется заниматься. Если бы не успокаивало, поубивал бы всех. Да. Ну что-то в этом стиле. Сергей остался. Не знаю, даже что сказать, потому что, наверное, это то, чем нельзя не заниматься. Вот мне, по крайней мере. А если слушать, воспринимать другую музыку? Ну, на самом деле, я какое-то время, вот последнее, наверное, не так много музыки слушаю. Вот. Раньше, да, раньше постоянно, тоже, вот, как Сергей, совершенно разные коллективы постоянно. Сейчас не так. Сейчас вот больше хочется именно заниматься музыкой. Ну, невозможно, ну, созрел, не, заниматься, то есть, да, созрел, невозможно я не заниматься. Созрел. Ну, то есть лучше заниматься, и чем вот не заниматься. Петр, да, тебе скажу, что все-таки должен быть результат обязательно. Там, в виде записанной пластинки, в виде там, какого-то выступления. Очень или еще что-то. Но выход должен быть обязательно. Очень абсолютно хорошо. Правильно. Даже правильно, если пластинка никому не нужна, она должна... Выхлоп должен быть. Это выхлоп, я согласен, да, конечно. А иначе, ну, заниматься в стол и так далее для себя... Мы втроем так друг другу уже опротивили за эти многие-многие годы. Я вижу по вашим реакциям. Нет, мы все равно находим много чего интересного. Но заниматься вот этой... Вот этим творчеством нам втроем комфортнее всего. Мы уже настолько прочувствованы и знаем, ну, это такие уже на каких-то, не знаю, на подсознании моментах. Поэтому, конечно, то есть выхлоп быть должен. Должен быть. Да, это как в том анекдоте, да, думаете, почему у меня 5 детей? Думаете, я так детей люблю? Нет, мне сам процесс интересен. Понятно, что процесс интересен, но выхлоп быть должен. И ждем ваших пластинок новых. Сейчас у вас очень будет такая, я бы сказал, эпохальное произведение, которое закроет программу сегодня. Почему я к нему готовлюсь заранее? Потому что оно очень продолжительное. Это такая, я думаю, опять же, шлейф Пинк Флойда, вот тех самых времен, когда если уж писать вещь, то писать ее как симфоническое произведение. Да. Это тяжелый Аля Рус. Это тяжелый Аля Рус. Это очень тяжелый. Это очень тяжелый. Хэви тяжесть. Да, но здесь нам поможет Олег Моряхин. Моряхин уже здесь, да. Я в качестве анонса хочу сообщить, что завтра в программе «Живые» никогда мы еще так рано не прощались. Но что делать, если у них такая есть большая композиция? Завтра здесь группа «Аскетикс». Думаю, особо представлять не нужно этот коллектив, просто потому что и в ротации он достаточно много крутится, и музыку они делают совершенно роскошную. А группа «Три капитана», с которой мы радостно вас познакомили, и будем рассчитывать теперь на то, что песни они наконец пришлют,
свои, кроме засады, для ротации. И как только у них появятся новые песни, они про нас не забудут, эти три капитана. Радостно вас с ними познакомили и попрощаемся сегодня. Как называется песня? Эпохальная композиция называется «Шар». Вот «Шаром» мы сегодня и закончим, на «Шару» практически. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что дали возможность услышать вас полном объеме. Спасибо вам, что спасибо вам огромное, да. Да, всем зрителям спасибо, что нас слышали. Будьте здоровы, пока, до завтра. Поехали. We'll be right back.
молчать.